Ясно. Good afternoon, Your Excellencies and ladies and gentlemen. Thank you very much to everyone, those in the room and those online. Добрый день, приветствую всех в зале и в виртуальном зале. Благодарю вас за то, что присоединились на открытый форум IGF 2022. Сегодня мы будем обсуждать вопрос то, как система организации ООН поддерживает цифровые преобразования. У нас сегодня в программе очень сразу несколько выдающихся докладчиков. Я сам занимаюсь вопросами изменения климата в ЕЭК ООН. Меня зовут Жан-Поль Адам. Также занимаюсь вопросами технологии, естественных природных ресурсов и так далее. Также с нами сегодня генеральный директор ФАО Цуй Дуньюй, господин Гил, специальный посланник ООН по вопросам технологий, доктор Сесиль Абдель, заместитель директора Института ООН по изменению климата, господин Чжен, который занимается вопросами противодействия терроризму в ООН, также помощник гендиректора ЮНЕСКО, который занимается также противодействием терроризма и киберугроз, и ряд других выдающихся деятелей, которые трудятся в системе организации ООН, в системе учреждений ООН. Господин Роберт Опп, который представляет программу развития ООН про ООН, также представитель Пенсионного фонда ООН и главный советник по вопросам женщин в организации ООН «Женщины». Таким образом, к нам сегодня присоединилось сразу несколько докладчиков, экспертов, и поэтому я задам тон нашей дискуссии и буду выступать очень кратко. К тому же призываю и последующих выступающих. Уважаемые участники, я сейчас предлагаю каждому в течение 4 минут выступить с небольшой приветственной речью. Прошу вас, господин Цуй Дуньюй от ФАО. Нет, у нас другой первый выступающий. Я бы хотел всех поприветствовать. Уважаемые коллеги, очень рад видеть вас всех. Рад тому, что мы все признаем, что вопрос безопасности, цифровой безопасности очень важен и готовы обсуждать его на этой платформе. От себя хочу добавить, что мы, конечно, по этому направлению продолжаем работать и занимаемся разными аспектами цифровых преобразований. Конечно, неоднократно мы задавались вопросами, почему так важно вести открытый диалог и участвовать в нем по данной теме. Лично я могу ответить на него так. Сегодня мы столкнулись с серьезными вызовами по всем фронтам. Это изменение климата и проблемы здравоохранения, и различные конфликты, региональные конфликты. И с другой стороны, мы также используем цифровые технологии для того, чтобы преодолевать последствия таких кризисов и угроз.
Поэтому мне кажется, что мы, как глобальная организация, должны делиться передовой практикой, и для этого мы готовы вносить свой вклад. Также наша общая цель – это достижение ЦУР, цели устойчивого развития. Мы старались сделать так, чтобы наше присутствие в ходе дискуссии IGF в качестве уникальной платформы для обсуждения различных тем, связанных с интернетом, было максимальным. Мы – команда, которая должна выступать единым фронтом и принимать активнейшее участие во всех дискуссиях, и поэтому мы считаем, что та проблема, что на сегодняшний день более 2,5 миллиардов человек до сих пор не имеют доступа к интернету, обязательно должна быть решена. Особое внимание следует уделять уязвимым категориям населения. И поэтому нам нужно налаживать синергетическое взаимодействие между различными профильными организациями. Мы готовы к диалогу, а лично я с удовольствием сегодня принимаю участие в этой дискуссии и жду с нетерпением выступлений коллег. Большое спасибо, господин генеральный секретарь. Спасибо, что выступали кратко. Ну а сейчас я передаю слово специальному посланнику ООН по вопросам технологии. От каждого участника дискуссии нам бы хотелось узнать о том, как ваша организация вносит свой вклад в развитие ИКТ и поддерживает цифровые преобразования в разных отраслях и в разных странах, в том числе в контексте налаживания взаимодействия между разными профильными организациями. Слышно ли меня? Очень многие коллеги будут выступать после меня и будут рассказывать о том, какие направления работы прорабатываются в их организациях с учетом их специфики. А я, в свою очередь, хотел бы несколько общих замечаний сделать. ООН работает на двух уровнях в том, что касается цифровых преобразований. С одной стороны, у нас есть заявление генсекретаря, призыв обеспечить абсолютную четкость относительно подхода, необходимого для налаживания синергетических связей между разными организациями. Эта работа ведется на протяжении последних 5 лет. Мы постоянно развиваем наше сотрудничество. У нас есть дорожная карта, посвященная этому. Мы готовим регулярные доклады по данному направлению для того, чтобы у нас было четкое представление, каким образом мы можем реализовывать цифровые преобразования в разных отраслях и как наши организации участвуют в нем. Как сделать так, чтобы этот процесс был инклюзивным, и как сделать так, чтобы никто не остался без внимания. Таким образом, у нас есть руководящие принципы высокого уровня для того, чтобы руководствоваться ими в нашей работе и координировать нашу деятельность. Второй уровень, о котором я бы хотела сказать, это конкретные коллеги в разных организациях, учреждениях системы ООН, которые стараются обеспечить максимальную подключаемость. Они вносят свой вклад в развитие инфраструктуры, наращивание потенциала, создание инфраструктур на самых разных уровнях, в разных странах и регионах, для того, чтобы обеспечить возможность подключаться. Например, для женщин у нас есть очень конкретные программы, там участвуют конкретные страны. И с учетом конкретной специфики этих государств мы прорабатываем такие варианты решений, которые, с одной стороны, были бы вписаны в нашу общую стратегию, увязаны с ней. С другой стороны, они также помогают координировать нашу работу в целом. Вот два таких уровня работы ведутся сейчас в ООН. Это мои общие замечания. Большое спасибо вам. Да, мы видим, что действительно есть и риски, и возможности. Ну, а сейчас я передаю слово генеральному директору продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, ФАО, это Цюйду Ньюи. Расскажите, пожалуйста, о цифровых преобразованиях в вашей сфере ведения. Большое спасибо, господин председатель. Я подключаюсь к вам из Рима.
Хочу отметить, что сельское хозяйство сильно пострадало и от пандемии, и от многих других вызовов, таких как война в Украине и многие другие проблемы и сложности. В первую очередь, конечно, это изменение климата. Мы видим глобальные изменения, которые приводят к последствиям на местах. И, конечно, очень многие люди, целые семьи в разных странах оказались в сложнейшей ситуации. Более 1 миллиарда человек не могут получить доступ к достаточным ресурсам, и это большая проблема. При этом потребности их огромны. Мы должны это учитывать. Кроме того, стоит отметить, что нам необходимо выработать такие подходы, которые позволят нам достичь целей устойчивого развития. В этом отношении нам, конечно, нужны научные изыскания и инновации, которые основаны на данных. Цифровые преобразования обладают огромным потенциалом для того, чтобы помочь нам в деле достижения ЦУР. И для того, чтобы облегчить процесс перехода к новым моделям, мы должны сотрудничать. А в первую очередь необходимо обеспечить качественное взаимодействие между производителями и потребителями. И, безусловно, это важно делать на самых разных уровнях и в разных отраслях. Мы постоянно прорабатываем вопросы сотрудничества по различным тематикам, которые имеют отношение к цифровой повестке. У нас есть ряд инструментов, которыми мы пользуемся в своей деятельности. Они помогают нам проводить анализ данных. И, кроме того, мы запускаем тысячи разных инициатив, которые так или иначе также имеют отношение к новым технологиям и цифровым преобразованиям. Мы надеемся, что благодаря этим усилиям мы сможем продвинуться вперед и наращивать потенциал конкретных людей в конкретных странах в том, что касается цифрового пространства и его использования. С одной стороны, нам нужна качественная информация, с другой стороны, важно обеспечить активное участие фермеров и других работников сельского хозяйства в системе. Это тоже можно сделать за счет новых технологий и цифровых преобразований. Эти изменения проходят с участием разных заинтересованных сторон, в том числе и правительств. Безусловно, они необходимы. Важно сделать так, чтобы цифровое пространство было открыто для всех. Для этого необходимы конкретные меры и механизмы, и мы над ними работаем, надеюсь, что в ближайшем будущем. Прошу прощения, господин генеральный директор, у нас заканчивается время, отведенное на ваше выступление. Пожалуйста, перейдите к заключающим замечаниям. Хорошо, спасибо. Итак, переходя к цифровой экономике, мы должны помнить о том, что у нас есть организации, такие как FAO, которые готовы взять на себя определенные обязательства в данном плане. И я на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо, господин Цюй Дуньюй, генеральный директор FAO. Большое спасибо за ваше выступление по поводу цифровых преобразований и борьбы с изменением климата. Ну, а теперь доктор Сесиль Абдель, заместитель гендиректора института, исследовательского института ООН. Я передаю слово вам. Пожалуйста, у вас есть 2 минуты. Большое спасибо. Ваше превосходительство, дамы и господа, уважаемые коллеги. Наш университет, исследовательский институт, занимается различными вопросами, которые имеют отношение к безопасности, к цифровой безопасности в том числе. И мы активно принимали участие в международных инициативах, которые касаются развития ИКТ. Наш вклад выражается в разных формах. Мы прорабатываем разные темы для того, чтобы разные учреждения, специализированные учреждения ООН, могли использовать эту информацию в своей работе при формировании своих стратегий на будущее. У нас есть 3 основных направления. Первое. Мы поддерживаем проработку и реализацию рамочной программы внутри рамок деятельности каждой организации.
ИКТ и безопасность — это тема работы разных рабочих групп в прошлом году, в 2021 году эта группа работала, она будет продолжать свою работу до 2025 года, и у нас была возможность провести целых две сессии этой группы в 2022 году для того, чтобы поддержать развитие диалога между странами-членами. Кроме того, мы проводим различные исследования, которые касаются реализации и присвоения тех или иных атак их тем сторонам, которые их совершают. Второе, у нас есть специальный механизм, который мы разработали для того, чтобы обеспечить взаимодействие с разными организациями по всему миру. Благодаря этому механизму мы обеспечиваем взаимодействие этих организаций с тем, чтобы выявлять те или иные атаки, обрабатывать информацию и обеспечивать сотрудничество на национальном, региональном и международном уровне, с тем, чтобы атаки не становились более угрожающими, более вредоносными. То есть пытаемся сдерживать их последствия. И третье, наконец, мы проводим многосторонние мероприятия, в ходе которых обсуждаются очень важные вопросы, которые касаются в том числе и критической инфраструктуры. Кроме того, мы постоянно развиваем наши принципы работы и инструментарий, которые могут использовать разные специализированные агентства системы ООН для того, чтобы обеспечить взаимодействие стран-членов организации. Кроме того, мы вносим свой вклад и в других формах для того, чтобы обеспечить мир и безопасность нашей жизни в реальной жизни и в виртуальной. Большое спасибо. Очень важно, что вы отметили вот эту взаимосвязь между кибербезопасностью и угрозами, которые касаются внедрения цифровых преобразований. Ну а сейчас я хочу передать слово господину Чену, который является исполнительным директором директората по противодействию терроризму при ООН. Большое спасибо. Вот о чем хотел сказать. Во-первых, с одной стороны, у нас есть права человека, и мы должны развивать безопасность с учетом прав человека. Важно укреплять и развивать эту сферу. Второе направление работы. У Совета Безопасности есть четко определенный мандат, в рамках которого он ведет свою деятельность. И мы проводим оценку в странах-членах с учетом этого мандата. Ну и, наконец, третье – это развитие ИКТ и взаимосвязь ИКТ и безопасности. Мы выявили множество потребностей и пробелов в данной области. Мы уже предложили ряд рекомендаций для тех или иных стран-членов для того, чтобы улучшить ситуацию на местах. Эта работа продолжается. В Индии профильный комитет занимался подготовкой декларации для того, чтобы предложить набор необязательных выполнению принципов руководящих, для того, чтобы эта работа велась более скоординированно. Наконец, хотелось бы особо отметить необходимость интенсифицировать усилия на уровне ООН и использовать комплексный подход с участием всех заинтересованных сторон. Благодаря глобальному цифровому договору мы сможем выйти на качественно новый уровень нашей деятельности и справляться с проблемами безопасности, которые имеют отношение к ИКТ. Большое спасибо, господин Чен. Спасибо, я благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо, что вы продемонстрировали, как борьба с терроризмом также является тем, что направлено не только на угрозы. А теперь передаю слово доктору Тауфику Джеласи, это представитель ЮНЕСКО. Он нам расскажет о том, что делает ЮНЕСКО по цифровой трансформации. Это заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации. Вы, конечно, знаете, что ЮНЕСКО занимается выстраиванием мира в
в человечестве. Мы этим занимаемся с самыми разными заинтересованными сторонами, с гражданским обществом, научно-академическим обществом, исследовательскими учреждениями и другими ключевыми партнерами. Мы призываем к ориентированному на человеку как подходу. У нас есть некоторая концепция, так называемая концепция Rome. Она подразумевает права человека, открытость и доступность и мультистейкхолдерный подход для работы с трансверсальными вопросами. На данный момент 44 страны уже используют индикатор универсальности интернета ЮНЕСКО для проведения национальных цифровых анализов. Участие в подготовке рекомендаций ЮНЕСКО также очень важно. Недавно мы также провели подготовку более 24 тысяч юристов из исследователей по вопросам международных стандартов в сфере прав человека, безопасности журналистов и свободы самовыражения. В заключение скажу, что в феврале будет проведена наша следующая глобальная информация под названием «Интернет за доверие при регулировании социальных сетей». Мы проведем это на региональном уровне, на тематическом уровне. Мы приглашаем вас всех в Париж на эту глобальную конференцию в феврале. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы очень хорошо проиллюстрировали, например, для развивающихся стран, что эти новые технологии – это прекрасная возможность. А теперь передаю слово Пегги Стикс, которая поделится своими взглядами с точки зрения деления ООН по правам человека на вопрос цифровой трансформации. Спасибо. Я думаю, что наше деление занимается в частности подчеркиванием того, каким образом концепция прав человека является ключевым инструментом, не молотком, а именно инструментом, который может помогать странам, компаниям и гражданскому сообществу в работе в цифровом мире, каким образом вплести права человека в выработку и развитие и развертывание технологических решений. Вместе с правительствами мы смотрим на то, каким образом техническая помощь и поддержка могут помочь им бороться с некоторыми критическими сложностями при регулировании искусственного интеллекта. Это одна из тех сложностей, о которых говорили мои коллеги, и мы вырабатываем руководящие принципы, но при этом мы смотрим на подходы, привязанные к контексту. Кроме того, мы смотрим и на некоторые ограничители, которые можно создать с точки зрения защиты прав человека при использовании цифровой технологии. Также мы смотрим на значимую связность и на предотвращение отключения интернета. По направлению бизнеса мы также смотрим на то, чтобы бизнесы следили за выполнением прав человека и сами их наблюдали. Мы вместе с ними смотрим на то, как они могут расследовать риски, связанные с правами человека еще до их случаев несоблюдения, то есть превентивным подходом занимаемся. И мы, как гражданское общество, мы критически важны здесь, и это значит, что надо защищать онлайн-пространство, обеспечивать доступ к технологическим технологиям, и обеспечение безопасности, чтобы мы все сделали так, чтобы онлайн-пространство было безопасным и в нем не было угроз.
Спасибо. Мы все смотрим на то, как мы работаем над цифровой трансформацией, при этом соблюдением прав человека и руководствуясь инклюзивным подходом. И теперь передаю слово представителю МСЦ, господин Стивен Берролл. Расскажите, пожалуйста, о роли МСЦ в продвижении цифровой трансформации. Да, спасибо большое, всех приветствую. Мы специализированное агентство ООН по ИКТ, у нас очень длинная история, более 100 лет, и уже 15 десятилетий существуют самые разные способы передачи информации и связи. Сегодня это цифровые технологии, и ими пользуются все наши государства-члены. Мы только что завершили нашу плепнипоциальную конференцию 2022 года, и мы смотрели на мандат универсальной связности, и видно, что это основополагающая опора на будущее. Мы видим, что все вместе работают над обеспечением цифровой связности для обеспечения цифровой трансформации для всех и везде. Прошло 2 года изоляции и пандемии, физическая связность была нарушена, а цифровая связность, наоборот, проникла еще больше во все сферы жизни. И в результате локальный доступ к серверам стал очень важен, а отсутствие навыков пользования цифровыми сервисами помогало и создавало еще один класс исключенного населения. И мы недавно, в 2021 году, запустили цифровую коалицию, направленную на обеспечение связности. И здесь уже есть обязательства, в частности, финансовые, уже очень большие суммы выделены, 550 миллионов от самых разных сфер. Некоторые партнерства ключевые для будущего. У нас есть партнерство с ЮНИСЕФ по подключению всех школ в мире к интернету. Мы также смотрим и на ВВУИ, и УИ в рамках и работы с уже существующей ООНовской системой и работаем над ЦУР. Спасибо большое, господин Берроу. Мы очень ценим то, что вы подчеркнули вопрос цифрового разрыва, и это исключительно важно, особенно важно, что мы здесь об этом говорим именно здесь, в Африке. Теперь передаю слово генеральному директору ЮНДП, который расскажет нам о том, как возглавляет эта организация эту работу. Спасибо большое. Мы понимаем программу развития Организации Объединенных Наций ПРООН, мы понимаем, насколько эти вопросы важны. Мы все, безусловно, понимаем, что цифровые технологии очень важны для дальнейшего развития. Мы понимаем важность рисков, упомянутых здесь ранее, и именно это и позволяет нам двигаться дальше. В ПРООН мы для этого вырабатываем подход, ориентированный на людей. Создаем цифровые элементы в наши программы, будь то программы по управлению, по работе, по защите окружающей среды. Мы поддерживаем сотни решений цифровых и помогаем более 100 странам. Если смотреть на все более комплексным образом, на цифровую трансформацию, то увидим, что
мы смотрим на то, как цифровая информация выглядит в разных странах. В каких-то странах это выработка стратегической цифровой стратегии. Есть Мавритания, Молдова, Ливан и другие, которые работают в рамках цифрового договора. И, наконец, хотела подчеркнуть следующее. В этом разговоре еще не подчеркивалось, хотя в других я это уже слышал. Как же начать выстраивать сообщество между странами, чтобы делиться практиками и подходами друг с другом. То есть надо смотреть на то, как создать сеть, глобальное сообщество общественных инфраструктур, которые бы помогли работать нам вместе. Над этим мы работаем с такими организациями, как цифровая глобальный альянс и другими. Работаем с 15 странами над созданием этой архитектуры. Вот пару слов о том, чем мы занимаемся. Спасибо. Спасибо большое, господин Оп. Мы очень ценим тот факт, что вы подчеркнули роль национальных цифровых договоров в выстраивании соответствующей инфраструктуры. Предлагаю теперь передать слово господину Дино Дакио, цифровому генеральному CIO Пенсионного фонда ООН. Спасибо большое. Думаю, что у нас есть пример того, как ООН превращает слова в дело. В соответствии со стратегией генерального секретаря ООН по технологии, пенсионный фонд вырабатывает собственную цифровую трансформацию. И результат, самый важный, был в 2021 году, когда мы развернули решение по цифровому удостоверению личности для более 80 тысяч выживших на пенсию бывших сотрудников ООН, которые живут в 93 странах. Это помогло решить очень критическую проблему, потому что впервые мы оцифровали процесс, единственный процесс, который в Пенсионном фонде ООН не был автоматизирован. Действительно была произведена цифровая трансформация, потому что 70 лет те, кто пользовался Пенсионным фондом ООН, должны были доказывать, что они все еще живы для того, чтобы продолжать получать выплаты. Но этот процесс поддерживался только бумажными средствами, то есть раз в год пенсионный фонд 80 тысяч человек должны были сначала получить, а потом отправить в пенсионный фонд соответствующую бумагу с подписью. Вы можете понять, что это вызывало проблемы, могли быть с доставкой проблемы, и иногда приостанавливались выплаты. И, наконец, нам удалось разрешить эту проблему при помощи новых технологий, о которых говорил генеральный секретарь в своей стратегии. Мы используем биометрические решения, в частности, распознавание лица, а также блокчейн. Эта система позволила предоставить способ доказательства удостоверения личности, транзакций, места проживания. А также это позволило сократить последствия наших действий на окружающую среду. Спасибо большое. Это очень интересно, как пример цифровой трансформации. Последний выступающий Елена Болинье от агентства по делам женщин. Спасибо большое. Я бы хотела подчеркнуть одну из большого количества инициатив. Первый – это то, что занимается технологических инноваций и равноправия. Это было запущено в Париже.
Это платформа по обмену опытом, а также представлению обязательств. Частный сектор, правительство, организация ООН и гражданское общество все объединились здесь для того, чтобы выработать действия, которые помогают женщинам и девочкам и используются в решении по цифровой трансформации. То есть мы стараемся преодолеть гендерный разрыв, разрабатывать более инклюзивные системы, использовать технологии и предотвращать насилие на основании гендерных различий. Также в марте произойдет мероприятие по именно этой теме, и впервые наша комиссия рассмотрит вопрос инноваций и технологий. То есть очень важно именно это для формирования глобальной консенсуса. Сейчас мы работаем с государственными странами, с партнерами с нашими для того, чтобы на этом мероприятии можно было выразить очень важные направления действий и выработать подходы к цифровизации, выработать и определить принципы инклюзивности. И здесь именно поэтому мы объединили людей с опытом в этой сфере, и все это будет выведено в сеть. Сообщество сможет ознакомиться с большим набором различных спикеров и выступлений на эти темы. Мы посмотрим на решения, на решения в сфере образования. Прошу прощения. У нас ограничение по времени, у вас осталось всего 30 секунд. Спасибо. Мы будем также заниматься и представлением цифровых сервисов, и вопросами искусственного интеллекта. Спасибо большое. Спасибо большое. Извините, пожалуйста, что прервал вас, но мы очень ценим ваше выступление, просто у нас еще второй раунд есть. Итак, второй раунд. Хотел бы узнать у участников дискуссии о том, что они думают о том, как вся система ООН может сотрудничать в поддержку цифрового, глобального цифрового договора ООН. Попрошу вас тогда, может быть, сконцентрироваться на одном элементе в этом направлении. Я думаю, что здесь очень два важных мероприятия в 2023 году произойдет. В 2023 году будет проверка исполнения ЦУР, и в 2024 году саммит будущего, на котором будет обсуждаться этот договор. И это уникальная возможность. Организации ООН здесь смогут рассказать о той важной работе, которую они выполняют. И можно будет представить очень прогрессивные инициативы. Так, я думаю, что мы сможем представить некоторую общую дорожную карту относительно дальнейших действий. Также будет подготовлена некоторая карта для национального уровня. И также мы должны будем представить некоторый план действий по ЦУР, в частности, относительно перехода на зеленые технологии, обеспечения сельскохозяйственной безопасности, здоровья и так далее. И, наконец, есть глобальный цифровой договор. Он является возможностью обновить наше видение принципов и общих принципов. В общем, это может выразиться в действиях правительств и других заинтересованных сторон. Большое спасибо. Сейчас я попрошу следующего докладчика высказаться. Это представитель FAO. Mr. Dong Yu Qiu.
Похоже, что мы не слышим нашего следующего докладчика из ФАО. Давайте спросим следующего нашего докладчика. Какие приоритеты у вас по выполнению обязательств по глобальному цифровому договору? Да, действительно, у нас есть несколько приоритетов. Одна из них – это сохранение четырех мест в нашем комитете по цифровому преобразованию. Очень важно понять, каким образом мы можем налаживать работу в реализации мер глобального цифрового договора. Мы смотрим на те шаги, которые ООН предпринял последние несколько месяцев в отношении кибербезопасности и киберпространства. Мы наращиваем потенциал. У нас каждый раз участвуют не менее 50 человек, в основном из развивающихся стран. Мы занимаемся вопросами кибербезопасности и искусственного интеллекта. Мы также смотрим на киберпространство и на работу групп, которые помогают в работе в отношении безопасности. Мы смотрим, как ООН может работать в этом отношении. Мы считаем, что сотрудничество в реализации глобального цифрового договора является краеугольным вопросом. Он требует и мультидисциплинарного подхода, и мультистейкхолдерного подхода. Таким образом, мы можем охватить гораздо большую аудиторию, мы можем подчеркнуть наши сильные стороны, сильные стороны ООН, для того, чтобы наиболее оптимально использовать наш потенциал. Спасибо. Спасибо, доктор Сесиль. Очень интересно наблюдать за тем, как все вот эти соображения сходятся воедино и выстраиваются в такую единую логику. Давайте мы спросим нашего следующего докладчика о том, как он видит работу своей организации в реализации глобального цифрового договора. Говорит Вейцун Чен. Да, мне кажется, что мы очень плотно с этим работаем, мы много инвестируем в это, в борьбу с терроризмом глобальным. Мы также обеспечиваем распространение информации, предоставление информации третьим лицам. Мы, во-вторых, мы должны стараться избегать повторов, избегать конкуренции внутри организации внутри ООН, потому что нам нужно подчеркнуть наши общие стороны, но при этом как бы распределить наши усилия, чтобы они были, чтобы они прилагались как можно более эффективно в реализации глобального цифрового договора. Ну и что самое хорошее в нашей работе? Мы уважаем друг друга, мы уважаем функции каждой из организаций и стремимся все к выполнению условий глобального цифрового договора. Спасибо большое. Действительно очень важно, чтобы информация среди организаций ООН распространялась, циркулировала наиболее свободным, беспрепятственным образом. Давайте заслушаем нашего следующего докладчика, доктора Джуласи, о том, какова его точка зрения на заданный вопрос. Я считаю, что показатели универсальности – это один из наших аспектов, которые мы будем прорабатывать для реализации в различных цифровых платформах. Действительно, это наш вклад в глобальный цифровой договор. Мы используем, как я уже сказал, подход Roam. Мы стремимся к развитию, мы внимание огромное обращаем на вопросы прав человека, вопросы
свободы слова. Мы также 13 декабря запускаем новую инициативу, которая будет рассматривать различные коренные языки, языки коренных народов. Это тоже позволит нам более плотно общаться с другими организациями в составе ООН. Продлится эта инициатива с 22 по 32 годы. Мы будем рассматривать, как мы сможем выполнить положение глобального свободного договора для того, чтобы обеспечить свободный и беспрепятственный доступ к интернету всем в мире. Очень важно, критически важно, чтобы мы говорили одним голосом, чтобы мы дополняли друг друга, а не соревновались и не соперничали друг с другом. Мне кажется, что нам нужно, чтобы 1+1 равнялось 3, а не 2. Прекрасная метафора, да, я думаю, что нам нужно усилить наши действия. И давайте посмотрим теперь, как мы работаем в отношении прав человека в рамках программы глобального свободы договора. Я думаю, что мы можем следующим образом приложить наши усилия в этой сфере. Мне кажется, необходимо вовлечь гражданское общество в этот процесс. Это сфера, в которой мы очень много узнали за последнее время, особенно за эпидемию ковида. И для того, чтобы участие было значимым, нам необходимо обеспечить и защиту в том числе, и нам необходимо проработать, как мы это делаем. Мы видим это в контексте других глобальных конференций и работ, и обращаем на это особое внимание. Кроме того, в системе ООН мы должны посмотреть, как мы выступаем в качестве ролевых моделей, для того, чтобы показывать пример собственными действиями, своими собственными цифровыми технологиями. Сейчас мы работаем над тем, каким образом лучше реализовывать результаты нашей работы, как мы можем использовать цифровые технологии, которые устраняют риски в сфере нарушений прав человека. И, наверное, вы удивитесь, что я это скажу, но нам нужно проработать вопрос, действительно, чтобы мы говорили воедино, то есть одним голосом, чтобы мы не противоречили друг другу. Это очень важно. Мы должны, выступая вот таким единым каким-то организмом, должны не нарушать, как отдельные люди, отдельные индивиды, не нарушать созданные нами же самими правила. Спасибо большое. Мы действительно хотим, чтобы это все воплотилось в жизнь. Давайте обратимся к господину Беру, который выступает дистанционно. Что вы считаете важным в выполнении решений глобального свободного договора? Я хотела сказать вот что. Приоритетом является наша приверженность идее глобального цифрового договора. Это важная часть нашего дальнейшего цифрового будущего. И мы делаем все для того, чтобы участвовать в работе, в этой работе. Общая наша повестка дня, она действительно сможет изменить цифровое будущее для всех. Мы работаем над тем, как достичь цифровой трансформации. Очень главное, очень важно не забывать, что мы должны объединять работу и правительств, и гражданского общества, чтобы это усилие было совместным. И только так мы сможем достичь успеха в будущем в цифровом прорыве. Это должно делаться с участием всех заинтересованных сторон, чтобы мы могли выстроить справедливое общество на глобальном уровне. Я думаю, что многие из заинтересованных сторон уже входят в различные мультистейкхолдерные группы. Мы считаем, что мы будем так своеобразным клеем, который сможет объединить эти усилия. Мы говорили с вами уже и про саммит информационного сообщества, и про остальные инициативы. Мы пристальное внимание на них обращаем, и
собственно, делимся результатами собственной работы для того, чтобы помочь в реализации общих коллективных усилий в рамках ООН. Большое спасибо. Этот совместный подход действительно уже был продемонстрирован. Работы предстоит много, мы готовы к ней. Давайте перейдем к следующему докладчику от UNDP. Тоже будет докладчик на удаленно. Господин Оп, что для вас является первоочередным? Я надеюсь, что вы меня сейчас будете хорошо слышно. Слышать, по-моему, в прошлый раз у меня были какие-то проблемы, но ничего страшного, это было всего 30 секунд. Ну, наверное, там, так или иначе, хорошо, что устранили технические проблемы. Итак, мне кажется, что глобальный цифровой договор – это действительно наша большая, такая отличная возможность объединиться под эгидой наших общих принципов. И также в системе ООН это позволяет нам и какие-то нормативные работы проводить, и имплементировать их, реализовывать их на низовом уровне. Я считаю, что это прекрасная возможность для того, чтобы, особенно в рамках UNDP, который представляю я, это совместные усилия. Я еще хотела отметить, что каждая страна в мире создает собственную цифровую инфраструктуру прямо сейчас, и они делают это таким образом, чтобы воплотить свои представления об инклюзивности, об общих принципах, об общих принципах эффективности, или же они могут это сделать каким-то другим образом. Поэтому, мне кажется, это должно быть важным условием того, что мы делаем в ООН, для того, чтобы наши усилия были стратегически едиными, чтобы мы не противоречили друг другу и не оставляли никого позади. Большое спасибо за ваши замечания. Действительно, когда у вас так мало времени, каждое слово является очень важным. Я хотел также отметить про Африку, которую мы сейчас создаем, цифровую инфраструктуру. Мы сейчас находимся в Африке. Это действительно требует особой поддержки, и ООН готова ее оказывать. Мы только что заслушали несколько примеров того, как это реализовывается. Давайте перейдем к Дина Делаччо. Мы благодарим вас за пример, который вы привели о Пенсионном фонде ООН. Как вы видите роль вашей организации в реализации положений глобального цифрового контракта, договора? Я хотел сказать, во-первых, что давайте отметим наши успехи. Мы заслушали речь генерального секретаря по поводу устойчивого развития и по поводу трансформации, инновации. Мы это приветствуем, это действительно так. Мы создали специальную сеть по цифровой трансформации для того, чтобы можно было не дублировать наши усилия, а работать как можно более эффективно, и чтобы у нас были средства для измерения параметров нашего успеха и для отчетности. Следующий момент. Мы очень плотно работаем с вычислительным центром. Мы работаем с различными организациями в сфере ИКТ, и это тоже для нас чрезвычайно полезно. То решение, которое мы придумали для Пенсионного фонда ООН, мы поделились нашими наработками с другими организациями в рамках ООН, в том числе с ЮНИСЕФ, и мы сейчас работаем над созданием цифрового идентификатора личности для каждого сотрудника с структур ООН. Это один из принципов нашего глобального договора. Цифровая идентичность обеспечивает инклюзивность. Мы показываем, каким образом физическая идентичность может быть реализована в цифровой среде.
Для этого нужна реализация новых технологий, таких как блокчейн, который создает, след от каждой из транзакций. Это очень важные все вещи. Действительно, спасибо вам большое за ваше замечание. Давайте перейдем теперь к Элен Молине. Она выступает дистанционно. Давайте послушаем о том, что вы думаете по поводу вашей успешной работы по глобальному цифровому договору. Мы хотели сказать, что мы очень активно над этим работаем. Мы уже запустили в прошлом сентябре новую инициативу. У нас 60 заинтересованных сторон здесь участвуют. Мы очень довольны результатами, которых мы добились на сегодняшний день. Мы считаем, что это помогает женщинам, что это помогает нашей организации. Мы видим, что действительно очень важно объединять людей. У нас более 50 организаций в составе ООН, которые участвуют в этой работе. Мы уже работаем над подготовкой отчета. Мы видим, что результаты имеют огромное отношение к реальности и приносят реальные плоды. У нас целый ряд самых разнообразных приоритетов имеется в отношении работы по тематике вовлечения женщин. И мы действительно работаем над тем, чтобы все участвовали в консультациях, которые вы только что были предложены и которые будут реализованы в ближайшем будущем. Большое спасибо. Спасибо, госпожа Молине. Мы заслушали всех наших участников дискуссии, с огромным удовольствием это сделали. И сейчас я хотела сказать несколько заключительных слов и завершить заседание наше. Ну, во-первых, я скажу, что это обсуждение было о тех вызовах, с которыми сталкивается сама Организация Объединенных Наций. Мы посмотрели, что делает каждая из представленных организаций, в каком масштабе и как это сказывается на работе других и на жизни общества. В некоторых случаях нам нужно, чтобы интересы наших стейкхолдеров учитывались более прямым, непосредственным образом. В некоторых случаях можно предпринять более эффективные усилия, но те интересы отдельных стран, о которых мы говорили, они также учитываются. В части прав человека мы тоже отметили эту тему сегодня с вами. Глобальный цифровой договор – это важная часть в обеспечении целей устойчивого развития. Мы с радостью провели этот разговор сегодня в центре Африканского союза в Аддис-Абебе. Мы действительно хотим преобразования африканской экономики, сделать так, чтобы этот континент вместо экспорта сырья прошел через цифровое преобразование, цифровую трансформацию и стал передовым континентом. И мы благодарим всех участников нашего заседания сегодня. Начали немножко попозже, но закончили вовремя. Еще раз всех благодарю. Все прекрасно поработали. Прекрасно. И большое спасибо также нашим слушателям. Еще раз всех благодарю. Спасибо. До свидания. Давайте сейчас сфотографируемся.
Спасибо.